Hare Krishna, дорогие вайшнавы и вайшнави, вы уже слышали о программе по сбору средств, софинансированием в Акшая Тритию, которую учредил Амбариша Прабху. Я прошу вас всех, если вы уже вносили пожертвования, как, например, я, или если вы еще не жертвовали храму ведического планетария, помните, что храм ведического планетария — это ваш храм. Это не храм, который растет здесь или который строят в Шридхаме Майяпуре. Это не храм, который принадлежит руководству Майяпура, индийской ятре, что уж говорить об Амбарише Прабху. Это храм, который принадлежит всему миру. И это храм, который предназначен для того, чтобы объединить все движение сознания Кришны. По этой причине я считаю его своим храмом. И для меня, как для члена GBC, он является приоритетом. Каждый год, когда мы составляем бюджет, храм ведического планетария находится на верхней строчке. Это первый проект, которому жертвует венгерская ятра. Поэтому я смиренно прошу вас, пусть в этот короткий период, в эти несколько майских дней, он станет вашим главным приоритетом. Это ваш храм, вы получите безграничное благо от поддержки этого проекта. Харе Кришна.